Домой Сергей Нур, Иван Сергей. Сергей вызывает. Роман самый один. Мама идет, а Николай. На приеме РФ 0 РФ. Звук нормальный, да, у них запасная частота 145,8. Сейчас они у нас, вот мы находимся здесь. Павел Владимирович, приветствует вас Центр космической связи комплекса «Радуга». На связи Михаил, оператор Федерации космонавтики России. Отлично слышим, все замечательно. Подходим примерно на траверзе Риги. Погода у вас ничего, от Риги до Петербурга, до Москвы. Такой треугольничек, светлый, солнышко. У нас есть несколько вопросов от школьников. Готовы ли вы послушать их? Прием. Михаил, конечно, готовы. Давайте будем отвечать. Помех много у них там. А когда остается пара минут до вашего взлета, какие у вас ощущения? Не знаю, волнений нет, потому что очень долгие подготовки. В космосе сердце бьется медленнее, чем на Земле, или быстрее? Да нет, время идет примерно так же, только успеваем сделать намного меньше, потому что хочется сделать очень много. Вокруг нас, к сожалению, вакуум. Видим радугу, но только особенно. Земля наша только прекрасная, она... И днем, и ночью, и трудно на Земле просто великолепно смотрится. Но, наверное, самая красивая та родина, где ты родился, где ты живешь. Роман Семен, 0, Иван Семен, Семен, здесь радио Анна Первая, Антон Юд Николай, спасибо за сеанс, ждем вас 23-го в эфире, 7-3, всего хорошего, счастливого полета. Участнику первого сеанса радиосвязи с МКС в Центре космической связи. О, это я стою здесь. Ну, вы видите название здесь как раз на стенде, Центр космической связи. И сейчас только что произошла как раз связь, радиосвязь, любительская радиосвязь с орбитальной станцией МКС. Вот. Павел Виноградов, космонавт, командир экипажа, отвечал на вопросы, которые мы ему задали. Это вопросы из тех, которые мы отобрали, которые дети задали космонавтам. И вот мы сейчас пробный такой как раз сеанс провели. А вот 23-го мы уже проведем вместе с детьми, и дети сами зададут эти вопросы космонавтам. Это большое, именно считаем, важное такое событие, потому что дети будут общаться напрямую с космосом, с космонавтами. Я считаю, что это и патриотично, и воспитательно, так что это очень важное направление.